Президент компании Prime Healthcare, американский филантроп армянского происхождения Майк Сарьян, в своем посте на Facebook обвинил министра обороны Армении, какого именно не уточняется, в мошенничестве. Сарьян утверждает, что в течение 2 лет отправил в Министерство здравоохранения и обороны Армении медицинское оборудование и принадлежности на 15 миллионов долларов. Теперь же Сарьяну стало известно, что министр обороны, имя которого не указано, продал часть подаренного оборудования и присвоил несколько миллионов долларов.